Приветствую вас. В известной степени все достаточно просто в вашей ситуации. Вот. Просто в том смысле, что ваше расставание с мужчиной, которое вот, ну, которое было, да? Ваше расставание с мужчиной, оно является незаконченным. Вот. То есть оно не завершено было, это расставание с мужчиной. И, собственно, именно по этой причине, по причине того, что ваше расставание не было завершено в полной мере, вы, вероятно, испытываете чувство вины перед ним, ну, перед мужчиной. Вы испытываете вину. Либо перед ним, либо перед самой собой. Вот, это не столь важно. Но вы так или иначе испытываете это чувство. Вот. Какое это чувство? Вот. Значит, вот в той или иной мере, в той или иной степени чувство вины вы видите. Ну, видите, ощущаете его. Вот. И, соответственно, вы не можете отпустить его, потому что не завершены отношения ваши. Ну, отношения не завершились. Вот. Понимаете? Какая история, какая штука. И, в общем, в этом заключается ваша ваша проблема. Вот. Ваш момент проблемный, проблематичный момент. Вот, соответственно, что крайне необходимо все-таки отношения отпустить, да, чтобы они вас не беспокоили, вот. Отпустить эти отношения и отпустить самого человека. Ну, конечно, есть способы и техники для того, чтобы всю эту ситуацию исправить. Есть способы и есть техники. Вот. Но вопрос заключается в том, готовы ли вы с этим работать. Вот. Грубо говоря. То есть готовы ли вы это исследовать в себе. Вот. Сон ваш демонстрирует, что вы тяготеете по-прежнему к вашему бывшему парню. Вот. И
что значит, ваш бывший парень, ну, не такой уж вам и бывший, возможно. Вот. То есть, возможно, что не так уж вы и, как бы, от него отдалились, не так, ну, не так прошли, не так уж вы и отпустили отношения. Вот. Так что здесь, в целом, мне кажется, имеет смысл в этом направлении вам поработать. Но сны это всегда отражение переживания, отражение чувств и эмоций. И важно понять, что именно вы ощущаете, что вы ощущаете, как вы ощущаете, вот, и почему вы ощущаете именно то, а не что-то иное, да, не что-то другое, вот. Значит, ваша психика пытается вам подсказать, что осталось некое незавершенное переживание, вот, которое вам необходимо завершить, да? Вот, и для этого вам, возможно, понадобится, опять же, помощь психолога, потому что, ну, сами вы не справитесь с этим. Вот так можно нам ответить, надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.